Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. У нас сегодня погода пасмурная. Но я пока еще, естественно, не выходила, только встала. Сейчас 7 утра. Так, сейчас буду патчи приклеивать. И им нужно будет 5 минут, чтобы приклеиться полностью. Поэтому я за это время пойду в балетный зал и немножечко, спину потяну. Так, тут крышка, ложка. Ну, все как всегда, в общем. Так, патчи уже приклеила. И сейчас пойду в зал. Все это уберу. Снова в коробку. А то я еще даже видео не снимала. Ни про пустышки, ни уход. Вот. Ну что, сейчас надо тут свет включить. Извините. На ходу все, в руках держу камеру. Вот. Светло, уютно. Сейчас коврик возьму себе. И буду заниматься. Ну так, немножко лайтово, просто спину потянуть. Самой немножко потянуться. Косточки размять. Ну а заодно как раз и патчи приклеются, и можно будет что-то еще делать. Ну вот, сейчас позанимаюсь. И пусть патчи пока приклеиваются. За это время уж точно приклеются. Движения тут такие плавные, неспешные. Это я на ускоренном ставлю сейчас вам. Понятное дело, что я позанимаюсь не 5 минут. Немножко размять мышцы, помассировать. Хорошая штука. Я покупала фикс прайс. В Декатлоне не было той, что я хотела. И в Ашане тоже не нашла. Но по факту это среднее между тем, что было в Декатлоне, и тем, что мне нужно. Тут тоже потянуть, помассировать. Ну и любимая бабочка. Я обычно делаю такие длинные подходы, несколько. Но сегодня пока плавненько. Это у меня все ученицы очень любят. И вот эти шикарные упражнения для рук. Обруч периодически. Это вообще шикарная вещь. Просто шикарная. Ну, главное с умом подходить. У меня он супер легкий, потому что у меня мышцы тренированные. Так, ну и потянуться. Вот. Насчет обруча, если мышцы не тренированные, то лучше всего с утяжелением. Но до 3 килограмм, потому что больше это нужно быть 100% здоровым человеком. Вот. А так до 3 килограмм можно, и по мере укрепления спины уже можно убирать вес, потому что многие совершают ошибку и делают наоборот. Сначала типа легкая, а потом отяжеляют. Из-за этого получаются серьезные проблемы со спиной. Раньше, конечно, были обручи простые, алюминиевые, и они были легкие. Но суть в том, что и люди были более спортивные, как ни странно, чем сейчас. При наличии там фитнес-клубов и тому подобное, раньше люди были выносливее. Ну а сейчас как-то все заболевания молодеют.
Поэтому правильнее начинать с того, что потяжелей, но не самого тяжелого. Ну, а то, что вот с магнитиками. Патчи уже хорошо приклеились. Сейчас пойду другими делами заниматься. Тут пофоткалась немного. Согрелась. Блин, вот эта кофта классная, но видите, как рукав спадает постоянно. Прям обидно. Поэтому в основном она у меня для дома, для занятий. Сейчас варю собаке суп, добавляю морковку. Вот раньше я отдельными порциями делала, теперь вот так вот тоненько складываю в икеевский пакет. Удобно отламывать прям рукой. Вот. Ну, вроде хватит. Так что будет сейчас ему суп. Вот. Ну, а это убрать. Да, с этими пакетами, конечно, поудобнее будет. И сейчас в морозилку. Надо еще будет сделать моркови. Ну, а я сейчас водички попью. Буду готовить завтрак себе. Так, ну еще перед этим, да, я вчера почему-то умывалась вот этим мылом. Мне прям очень захотелось. Оно классно пахнет. Раньше мне этот запах не нравился, а сейчас мне очень он нравится. Но я этот запах знаю давно. Это какой-то... Вообще это... Я не знаю. На каком-то спектакле была и... Причем несколько раз. И там по залу шел вот этот аромат. Сейчас буду пользоваться этим кремом. Там, где нет патчи. Вот. А потом уже сниму патчи. И вчера я показывала во влоге, сделала себе такой крем, ну, алоэ вера ампула, экстракт, и крем вечер. Ну, вроде ничего, с утра нормально. А тут раскрашиваю, помимо всех дел. Так, варю себе как раз кашу, делаю завтрак. Так, где у меня? И кусочек хлеба надо взять. Хорошо хлеб хранить в морозилке, потому что я его давно купила. Ну как, недели полторы уже назад получается. Так, и в тостер сначала подсушить. Потом в ростере. Так, уже делаю бутерброд. Здесь авокадо. Сейчас сыр положу. Огурцы, помидоры, салатные листья. Вот, а уже сверху тогда сыр. И сейчас буду все это в ростере делать. Вот такой хороший утренний бутерброд. Меня всегда вымораживают эти подтеки. Причем они, ну, в ростере. Вот если начать мыть, они все равно как бы там как покрытие, мне кажется, от, может быть, жира от чего-то сходит, хотя мы пользуемся редко. Это первый прием пищи, а это суп-пюре уже второй прием пищи. И тоже всегда со свечкой, с чем-то, но тут уже попроще, чтобы не тратить свое время. Хотя по желанию можно тоже красиво накрыть. Суп, кстати, вкусный. Хоть и без специй. Это у меня четвертый прием пищи, потому что был еще кефир. Ну, тут рыба, кабачки, гречка и свекла. Немного. Собираюсь на прогулку. Когда-то в фикс-прайсе по 36 рублей набрала на рукавники такие.
много разных. Сейчас пойду гулять. Я, короче, поленилась снять домашнюю кофту, ну, вот эта серая у меня была сверху черная. И свою вот желтую нацепила. Потому что вчера было как-то так. Еще и на рукавнике. А смотрю, сегодня гораздо температура приятнее. Но я все равно чувствую, что руки у меня замерзнут. Поэтому правильно, что я на рукавнике вот эти взяла, одела. Хорошие. С прогулки уже пришла, и сейчас буду делать себе салатик. Это у меня последний прием пищи. Вот. Как раз-таки в 7-8 вечера, и я больше ничего не ем. Хотя, как бы могу спокойно себе это позволить. Более того, я даже по калориям вообще не прохожу, съедаю меньше. То есть у меня всегда где-то там от 300 до 500 калорий всегда в запасе остается, ну, в плане поесть. Ну, как-то и не хочется, честно говоря. Заходила в Верный, купила кефир и в очередной раз вот этот, потому что другого не было. Полки в этот раз, ну, совсем пустые были, печаль. Кефир вот... Вот только такой был. И я очень давно искала Pet Mall Barista для кофе, концентрированное молоко. Ну, вообще, я хотела, по-моему, со вкусом лесного ореха, но было с карамелью. Ну, в любом случае, я просто хотела что-то из этого попробовать. Потому что я пью кофе, как вы знаете, крепкий, без сахара, без молока. Очень редко могу добавить сироп, но это редко. Вот, сейчас, скорее всего, даже вообще сироп добавлять не буду. Но мне же сейчас нужно будет потихоньку снова начинать пить кофе после, да, лечебного голодания. Но сразу вот так вот пить его крепкий я не рискую. С обычным молоком я пить точно не смогу. А вот это вот, ну, как бы нормально. Здесь на 50 грамм 63 калории. Значит, на 100 грамм 7,1 жира, 6 белка, 9,4 углеводов. 126 калорий. Вот. Ну, как раз по 50 грамм. Ну, на самом деле, меня бы устроила коробочка в 50 грамм. Чтобы один там раз, ну, 100 грамм пусть, чтобы один-два раза попить, и все как бы. Потому что, ну, мне это, честно, многовато. Но придется по 50 грамм каждый день. Ну, с другой стороны, 6 дней, и, в общем-то, организм вполне себе привыкнет уже к кофе снова. И буду нормально крепкий пить. Может быть, наоборот поступлю. Может быть, сначала чашку, ну, привычную для себя чашку я разбавлю, там, не знаю, 100 граммами. Потому что максимальная доза 200 грамм, но мне это как бы много. Может быть, я сразу 100 грамм как бы... Нет, вообще нет. Просто, по идее, было бы хорошо сводить все это дело, так сказать, к минимуму. Но это да, получается, со 100 грамм надо начинать. И потом по 50, допустим. Ну, что-то мне это совсем тема не улыбается. Поэтому лучше я буду 50. И то, если понравится. Просто я сделала глоточек один. И молоко действительно классное, оно очень густое. Здесь нет сахара. Здесь нормализованное молоко и ароматизатор. Вот, кстати, приятное. Пахнет очень. Оно прям такое густое-густое. Ну, ладно, в общем, завтра попробую. Для интереса. Ну, в конце концов, можно же это и заморозить. Может быть, я даже, знаете, так и сделаю. Завтра, может, послезавтра попью. А остальное по 50 грамм порции сделаю, заморожу, и пусть лежат. И так вот, если иногда захочется, можно кинуть в кофе и
будет полный порядок. Да, вот это самый лучший вариант. Сейчас буду мыть посуду, прибираться на кухне уже на ночь, как бы, ну, перед сном. Так, и мне нужно, чуть не забыла, убрать рыбу, которая вот на пару, это на завтра, на третий прием пищи. Все, порядок навела, все чисто. Так, сейчас я умывалась опять мылом Шпайк, но я сегодня гулять ходила без косметики. Я думаю, что, может быть, оно тоже смывает, потому что оно до скрипа очищает кожу. В общем, мне просто прикалывает сейчас им пользоваться. Пока, ну, если я косметикой не пользуюсь. И нанесла вот эту маску от чистой линии с боральным кленом. А мыло сушится, завтра его уберу снова в коробочку. Наносила алоэ под глаза попробовать. Вот. Ну, не знаю. И на кончике волос от Avon нанесла сыворотку, пока не забыла. Так, ну, в общем-то, у нас дождик был достаточно сильный, когда мы гуляли с собакой. Такие дела. Но это видео буду завершать. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорой встречи. Пока-пока.